Здравствуйте, это канал Максимадзе, это GTA San Andreas Definitive Edition. Сегодня у нас завершающая серия первого сезона. Я только что ездил в амунацию купить броню, потому что в следующих миссиях нам предстоит стрелять, стрелять и стрелять. Как круто, что в гараже что-то предметов она добавляли, интерьер. Следующая миссия у нас Лос Сепрук Лос. Эй, как дела, Карл? Ко мне только что заходил Темпини, сказал, что одного из балансов, которого ты и смог прикончили, Литл Визл, хоронит. На похоронах? Да, мы должны прикончить всех этих дебильных нигеров разом. На похоронах? Они устроили то же самое, что на похоронах нашей матери. Давай платим этим ублюдкам тем же. Мы должны совершить что-то запоминающееся. Вернем Grove Street на карту города. Full life. Ладно, погнали. Я и Смоук? Да я один прикончил вообще-то того гада. Так. Так, чуваки, погнали. Алло. Пошли, я сказал. Смоук вообще уже давно что-то я не видал Смоука-то. Мы поедем в задней части кладбища Лос и Бруклос и перелезем через стену. Там будет Кейн. Он вроде лидер ихний. Да. Мы тоже его пристрелим. Чё вы... стреляете-то? Ничего, эти гады там вертятся так. Как будто они нарочно нам пытаются мешать проехать. Да, они хоронят того самого Балласа, которого мы прикончили в прошлой серии. Пока отвоевывали Глен Парк. Мы на месте. Okay, давай, СиДжей, за нами. Занимайте позиции и ждите Кейна. Ну, я понял, давайте уже. Он приехал. Да, вот этот момент плохо проделали, конечно, с травой. Кажется, у него бронежилет. Разделимся, так мы быстрее избавимся от него. Так, чуваки, следуйте за мной. Осторожнее, не мешай. Ошибись, розыск. Ой, а кто так больно стреляет-то? А, это Кейн.
Его убить-то труднее будет, чем других боссов. У него бронежилет, говорят. Так. Ну, вот по мне стреляют, только я кроме него других балластов-то не вижу. Ты где он? Есть. Пора в тачку слинивать. Ой-ой! Больно. У него дробовичок был. Все. Не может сесть в машину, пока Свит не сядет в нее. Все, погнали. Что-то они не полезают в машину, ну значит едем отсюда просто и все. Кейн мертв. Это прекрасно. Так, надо будет заехать в амунацию и тоже подзакупиться как следует броней. Там в следующей миссии еще более жесткая стрельба будет. Эй, кто-то пишет. Надо залечь на дно. Все идем домой и не высовываемся, чтобы никто не видел в течение дня все это. Мы приехали, полицейские, а уже и не надо. Так, я ему амунацию, нам надо закупиться как следует. А, вот метка нам, в принципе, не нужна, я просто привык так делать. Это они же не за мной едут, да? Кстати, что Свит говорил в самом начале миссии? Заходил Тенпенни? Это очень странно все-таки. Тенпенни, вернее, странный этот офицер. Он то помогает, нашей банде, то нет. Зачем ему все это? Он балуется с преступным миром, просто такое чувство. Reuniting the families. Да, ну и зараза. Да. Здорово, здорово, СиДжей. Вырубай телевизор и слушайте. Все. Все стало так, как мы и хотели. На улицах больше нет наркоты и прочих фигней. Но наконец. Слушайте, нам дальше предстоит снова объединить семьи, потому что балласы уже скоро прикончат наших парней наркотой. С тех пор, как между семьями согласия появились. Представители всех наших семей, которые были, собираются в мотеле Джефферсон. Пришло время официально утвердить, вышибем дурь с наших улиц. Голосую за то, что буду представлять всех на этой встрече. Да, это отлично. Если Свит так считает, можно добиться всего. Ладно, погнали. Да, погнали. Наконец-то после долгого отсутствия Смоук возвращается в игру. Сэр,
Диджей, я надеюсь, ты зачку не собираешься сбить? Да иди нафиг, Райдер. Райдер, фиг уже издеваться над Диджеем. Он ведь в одиночку понял грустный. Да я просто прикалываюсь над... Ну, нигер. У тебя все шутки, Райдер. Эй, это не так. Райдер, да замолчи ты уже, ё-моё. Помните, мы воссоединяем семьи, поэтому не запорите все это. Не нарывайтесь. Ты меня знаешь, Свит. Я миролюбив, как монах. Да, особенно ты, Райдер. Что ты имеешь в виду? Перенос там, в смысле. Свит имел в виду, что ты настоящий убийца, но ты должен следить за тобой и не нарываться. Ладно, ладно, я понял. Ладно, я должен там присутствовать. Один человек скажет семье. Мы будем здесь. Спасибо, что я там буду не один. Что-то мне это не нравится. Ты посмотри на этих семи. Расслабься. Мы хотим этого, и они тоже. А ты то, что думаешь, смог? Я чувствую себя немного незащищенным, но вроде все в порядке. Это отделение полиции Лос-Антоса. Всем оставаться на своих местах. О, блин. Начать захват. Эй, ты что делаешь? Карл, возвращайте машину, мы сваливаем отсюда. Не, вы что, я не брошу своего брата здесь. Тогда каждый сам за себя. На вертолете написано ASAPD. Что означает Сан Андрес PD. Полис депорт. Полиция, откуда появилась? Неужели это Тенпенни? Где проходит встреча? Они все встречаются в одной из комнат в другом здании. В другом конце здания. Сейчас я сюда. Блин, как-то он странно прокнулся через текстуры, по-моему. Вот это миссия, кстати, одна из самых сложных. Здесь очень легко сдохнуть. Так, они идут. Гоу, 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 блин. Кто-нибудь еще появится? Так, здесь они должны появиться сверху. О, блин. Это я так перезаряжаю оружие. Вау, вау! Наконец-то попадать в меня начали они. Так, по-моему, один из них прячется тут. В этой комнате. А, вон, там и бегут. Вот здесь надо очень аккуратным сейчас выйти. Есть. Так, там ноги чьи-то торчат. Надо их тоже пристрелить. Вау, 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 вау. Я думал, это все. Ого, да мне конец сейчас придет. А, ну все. Пипец. Ненавижу такое задание. Так, вот сейчас немного поменьше они отобрали у меня. Ой-ой, осторожно. Блин, они очень опасны. Там голова вроде торчала чья-то. Так, тут в этой комнате никого. Ага, вот. Как он там появился. Он был... Он спускался с той лестницы. И ноги. Repeat.
down. Give me some fucking cover fire. Так, вроде это все. А может и... Нет, не все это. Ух, наконец-то. Что ты тут делаешь здесь? Где Smoke Rider? Они свалили. Блин, давай, выходи отсюда нафиг. Это полицейское управление Лос-Андреса. Всем стоять. Джейн, нам надо избавиться от вертолета. Блин, они сейчас убьют меня. Так, ладно, стрелки все подохли, значит осталось только вертолет этот. О, все. Только бы вертолет на нас не упал сейчас. А, все хорошо. О, ну и что дальше? Это Smokey Rider. Залезайте! Давай, жми на газ. Блин, я ногами не достану. У меня калашик есть. Что ты хотел? Эммит, это тебе еще не то. Ты этого Эммита взял? Надо осторожно, чтобы нашу машину не подорвали. Ну чё они сжать с такой? Плохо закончится. Эх, такие пончики были. Поехали. Были пончики, а теперь нету и вас. О, блин. Иш, отсюда. Когда он сдохнет уже? Как наша машина не взрывается от взрывов рядом. Давай, давай, че. Как так-то все? Чего? Ума не приложу, как можно было тут подохнуть. Но мы продолжаем. О, блин, дорога перекрыта. Там калаш заклинило. Да пофигу, еду на пролом. Полиция Лоса... Эй, чё за фигня? Ты же нас угробишь. Задний ход, давай. Да не, нафиг, я вперед еду. Да мы ж сейчас сдохнем все. О, блин. Тормози, 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 тормози. Ни хрена себе его разрубило. Черт, у этой истории был бы плохой конец, если бы мы сейчас не выпрыгнули. Черт, это было тяжелое дельце. Нам надо убираться отсюда. Райдер прав, надо разделиться. Встретимся у меня дома. Я готовлю план по нападению на Баллс.
Так, короче, осталось последнее задание. И прежде чем его начать, стоит... Стоит подзакупиться броней. Снова. Едем в амунацию, покупаем там броню. Фух, ну это задание было капец каким сложным. Следующее это полегче будет. Так, дайте мне сюда броню быстро. Блин, балласы прям спереди. Ну все, мы в принципе готовы. The Green Saber. Короче, пришло время. Пора показать балласам, кто тут главный. Grow Street рулит. Давайте вместе. Grow Street рулит. Grow Street рулит. О, здорово, Сиджай. Где ты был? Прости, брат, я был зай. Да-да-да, ты, конечно же, справился с балласами. Я знаю, что ты делал, нига. Короче, вы все на стороне Сиджая, да? Да. Он многого достиг, хочу я хочу сказать, что мы все многого достигли. Но Сиджай помог нам очистить район от наркоты, он яростно сражался за нас. Он показал нам всем, кто значит быть бандой. Что значит быть бандой Grow Street? Сиджай, ты мой братан, мой беглец. Я никогда не должен был тебя смеять. Да ладно, теперь ты дома, парни. Слушайте, я хочу, чтобы вы все подготовились и отправились со мной в центр на стоянку перед Махаловским мостом. Жду всех. Погнали. Ты с нами? Ну, конечно же, я с вами. Я же твой беглец, Свит. Да, мой нига. Подготовься и подъезжай, я буду ждать тебя под перекрестком. Алло, эй, Сиджей, это Цезарь. Я тут немного занят, предстоит большое побоище. Чувак, мне надо с тобой встретиться. Если это насчет Кендалл, то не беспокойся, мы об этом уже говорили. Не-не-не, не об этом, Сиджей, ты должен кое-что увидеть. Очень-очень важно. Это подождать может? Нет, не может. Я тебе говорю, что ты должен мне верить, клянусь. Ладно, может найдется у меня 5 минут для этого. Где ты? Я нахожусь под автострадой к северу от обсерватории. Извините, я не нарочно. Интересно, что же может быть это таким важным? Ехать недалеко туда. Итак, ты меня заставил сюда тащиться, чтобы увидеть что? Потерпи и приготовься, сейчас увидишь. Ну, какие-то балласы вышли из гаража. И что дальше? Смотри дальше. Ёперный те... Чё? О, да ладно. Смок, чё ты там делаешь? Посмотри, там тачка.
Это тот самый зеленый сейбер, о котором мне рассказывали? Черт, Смоук. Краш, тебя заставили нас предать? Мама! Прости, чувак, до меня дошли слухи, что тут происходит. Я сам сначала не поверил, но... Не-не, ты правильно все сделал. Я перед тобой в долгу, Цезарь. Я должен об этом рассказать Свиту. А, блин! Свит! Слушай, возьми Кендалла и отвези ее в безопасное место. Чё ты задумал? Это Свит, я думаю, его и остальных парней заманили в ловушку. Просто иди, давай! Черт, да? А где моя машина? Ладно, придется ехать на этой. Очень странно. Смоук и Райдер только что работали вместе с Балласом. Это не есть хорошо. Ну возьми, Свит, трубку, ё-моё. Эй, как дела? Вы позвонили, но я не могу сейчас ответить. Оставьте свое сообщение после... Черт. Да, далеко не у всех наших товарищей высокие моральные принципы. Смоук и Райдер оказались одними из таких. О боже, что тут... Эй, Свит, тебя ранили? Си-Джей, где ты был? Это Цезарь звонил, показал одну фигню. Смоук и Райдер сговорились с Темпенни и Балласами. Они предали нас. Это уже не имеет значения, ты должен убираться отсюда. Копы скоро будут. Да не, я не брошу. Эй, Балласы, я с вами говорю. Слышите, я всех убью вас, скотины. Крепление на подходе. Ой-ой-ой, осторожно. Ой, еще волосы на подходе. Да. Похоже, что они рассказали Балласам о плане Свита. Как он собирается Балласов атаковать. И в итоге Балласов тут столько, сколько не сосчитать. Да блин, пока они так едут, я ни за что их не убью. Сейчас нас всех арестуют, блин. Ох, вот такие дела, ребята. Развалилась наша банда, Свита упрятали за решетку. А что случилось с Карлом, дальше вы узнаете в следующем сезоне. Всем спасибо за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь, меняйте эпичные видосы, подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.